Всем привет! Сегодня буду снимать воздушный фильтр и показывать, как это делать. Это можно в домашних условиях сделать. Не обязательно ехать, езжать на сервис. Это будет даже для вас интересно. Его чем чаще меняешь, тем в машине дольше живет. И не задыхается. Все время тяга будет хорошая. Расход меньше будет. Так. Откручиваем эти. Раз, два, три. Потом мы откручиваем хомут. Уже. Давай поочередно будем делать. Раз, снимаем сенсор. Включаем так. Потом снимаем хомут, который идет до турбо. Чуть легонько, аккуратненько. Снимайте, чтобы не порвался. Это очень дорого стоит. Трубка очень дорого. Потом мы отключим эти болты. Ну, открутить можно этим ключом, но закручивать руками надо. Это я очень быстро. Снимаем его. Вот тут внизу есть крючки и замки такие, чтобы вы его не сломали. Аккуратненько его вытягивается. Вот видите, какие замки. Она становится вот здесь. Вот состояние фильтра. Смотрите, какое состояние фильтра. Он черный весь. А почему черный? Потому что брызгали туда, чтобы завести было машину. Но неправильно делаем. Но ничего. Так что его надо выбрасывать. Какое состояние здесь? Вам надо его вытереть. Обязательно. Потому что фильтр здесь стоит, а мусор уже здесь. Как туда он попало, не знаю. Но надо его хорошо промыть, почистить. Водячка и лучше, конечно. Его намочу, чтобы он легко вытирался. И также эту крышку. То же самое делайте. Крышку. Загоняйте отсюда, чтобы туда не шло. В турбу раз за говном так не шло. Турба тоже дорогая. Вот так. Хорошенько. Так. Губочкой вот такой. Любой губочкой возьмите. Тряпкой, конечно, так не вытеришь, как губкой. Потом я беру то, что для карбюратора, или то, что для двигателя, и для диска вот это жидкость аэрозольная,
что быстро сохнет. И ним потом побрызгаем, и все будет хорошо. Ну, бардак хороший здесь. На губку хорошо все прилипает. Короче, как в народе говорят, как у кота яйца должны быть. Потом берете вот такой аэрозоль и тоже пройдите. Хорошо будет, понимаете, чистой губочкой пройдитесь, чтобы не были жиры, не воняло. Машина в безобразном состоянии, конечно, да. Люди дали, чтобы я полностью его сделал. Ну, на сервисе ему сказали им около 2500 фунтов. Я наполовину меньше беру. Да, это готово. Так, сейчас мы его... Все, видите, как красиво. Отлично. Также эту крышку надо вымыть. Сравните. Здесь надо будет обязательно, чтобы дырки были видны. Вы так прижимаете хорошенько, чтобы эта срань вся туда не залазила с улицы. Хорошенько, хорошенько прижмите. Все. И вставляем этот чистенький, видите, чистенький. Хорошенький, чистенький. Очень приятно в руках держать. Держать. Так, главное, чтобы вниз дозалили. Да? Так. Сломать можете. Да, так. Видите, не влезло. Что значит, надо попытаться аккуратненько просунуть. Вот и все. И потихонечку. Держался. Thank you.
сразу не затягивать. Давай вот так наживить. Не хрустнуло нигде, да. Это у меня было, когда пришло с карманом, блядь. Одеваем сейчас патрубок. Дорогой патрубок. Сейчас обновим патрубок, посмотрим, как турбо черный дым будет валить или нет. Так. Сенсор тоже надо почистить. Все. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментариях. Bye-bye. Good luck, then.